Игра в поддавки. Сегодня ночью беркуты и внутренние войска окружили Евромайдан, оттеснили участников митинга и разломали часть баррикад. Однако далее силовики ничего не предприняли. Протестующие в соцсетях привели слова одного из правоохранителей. Мол, приказа на дальнейшие действия милиция не получила. Уже под утро к протестующим подтянулось подкрепление, и силовики вынуждены были отступить. Около 9 утра бойцы беркута автобусами блокировали вход в здание Киевской госгородадминистрации, однако их встретили водой из водометов. В итоге милицейский спецназ отступил. В правительстве уже назвали ночные события провокацией и предложили вместе с оппозицией расследовать произошедшее. Это наша общая цель, ведь совершенно ясно, что силовой конфликт был не в пользу власти. Он сработал против нее, дал повод для эскалации протестов. Поэтому власть заинтересована всесторонне расследовать эти события. Нам крайне важно выяснить, кто так подставил власть, кто понесет ответственность.